Почему только носом, а? Привет! А я эхо! Лесное эхо! Я везде летаю, все слышу, все знаю, туда прилетаю. Только вот тормозить забываю, приходится бухаться обычно носом. Ой! А я ведь сюда прилетел, потому что здесь что-то случилось. Вот здесь или... Ой, следы лиси. И петушка! Я понял! Лиса украла петушка! Что же делать, что же делать? Надо петушка спасать! Солнышко наше вручать! Вперед! Кукареку! Ой, то есть не кукареку, а караул. Караул! Два веселых гуся, один серый, другой белый, гусь мои гуси. Один серый, другой белый, гусь мои гуси. Стоять! Ага, волк! А ну, признавайся, где твоя подружка-разбойница лиса? А она мне не подружка! Это еще почему? У меня из-за нее в прошлую зиму... Ну что тебе в прошлую зиму? Что? Что? На, смотри, что! Во! Но... Ой, а где хвост? Хвост в проруби остался! Все из-за нее, все из-за этой прохвостки лизы, все! Ну ладно, ладно, ты нам пригодишься. Я готов, я всегда готов. Да? Тогда кругом! Шагом аж! Есть! Раз, два, раз! Песню запевай! Какую еще песню? Строевую! Строевую? Строевую! Жили у бабуси! Ай, два! Два веселых гуся! Ай, два! Нет, только... Ой! Опять с носом! Что, опять? Ой! Фу. О, вот это да! Это же лисья нора! А паук охраняет лисью нору. Так, сейчас проверим, дома лиса или нет. А я попробую голосом волка. Лиса! Кумушка! Ты дома? Нет, ее, кажется, нету. Я первый прилетел. Рыжая хозяюшка. Это она. Из лесу пришла, всех кур пересчитала, с собой унесла. С собой унесла. О, наконец-то! Ой, наконец-таки мой дом родной, моя родная нора. Ну, Петенька, приземляйся. Тихо. Ну? Да, ступай спокойно, Петя. Ну, вот и все. Сейчас я Петеньку съем. Ну и сказочки конец. А кто слушал, молодец. Развяжу мешочек. Лиса. Кумушка. Кто здесь? Это я сова, я к тебе в гости. Какая сова? Она же спать пошла. Я иду к тебе. Нельзя! Нельзя! У меня сегодня неприемный день. Так, что же делать? Что же делать? Так, ладно. Петя, подожди меня здесь, я быстро. Сова! Или кто там еще? Я сама к тебе сейчас приду. Не надо ко мне ходить. У меня не прибрано.
она. А я уже здесь. Жили у бабуси два веселых гуся. Один себе... О! Волк, быстрее бери мешок. Есть, я готов. Жили у бабуси два веселых гуся. Что такое? Ничего не понимаю. Что за шуточки такие? Голос совы слышала, а совы нигде нету. Ох, поймаю этого шутника. Украли! Сироту обидели! Кукареку. Что это? Кукареку. Кто это? Кукареку. Это, наверное, Петя. Ему, наверное, удалось из мешка выбраться. Вот разбойник. Петя! Петя, ты где? Кукареку! Петя! Петя, ты где? Кукареку! Петя! Петя, вернись, я все прощу! Петя! Петя! Петя, вылезай! Быстрее к врагу, там тебя ждут! Пиф-паф! Пиф-паф! Ты где, Пиф-паф? Молодец, волк! Рад стараться! А теперь я залезу за место петушка в мешок. А я? А ты стой и жди лису! Я боюсь! Не бойся, я с тобой. Ага, ты-то там. А я тут. Вот она, мне конец.